эта нежная женщина с запахом роз, та, которую столько самых строг. Но кто эта нежная женщина с запахом роз, та, которую столько самых строг. Его окружение не принято так скучать, и потому чувства спрятаны за кровать. Ее дорогой допивает остывший чай, гладит кота и читает ее роман. Гладит кота и читает ее роман. Гладит кота и читает ее роман.